Я считаю, что это беспредел. В нашей стране творится, кто бы мог подумать, что в нашей Беларуси мы доживем до такого. Спокойные, мирные люди. И за 26 лет столько развелось социальных паразитов вокруг себя. Они создали группировку бандитскую, которую теперь сегодня голодные, как шакалы. Получается, скоро они витрины будут разбивать и врываться за продуктами в квартиры домов. Уже во дворы вошли. Сейчас будут в квартиры врываться и творить произвол. Хочу подписать петицию. Поддержку пострадавших, тех детей, которых напугали эти бандиты, эти нелюди. Вот, пусть разбирается наконец-то и Следственный комитет, и прокуратура, а то они заняли другую позицию — мирных людей уничтожать.